Теннисистка Анна Курникова рассказала, как смогла быстро похудеть после родов, сообщает The Sun. Курникова родила в декабре 2017 года. С тех пор спортсменка смогла очень быстро похудеть и привести себя в форму. Она заявила, что привела себя в форму с помощью спорта. «Пока дети спят, я занимаюсь йогой или пилатесом. С полудня начинается работа по дому, и к 8 вечера я, как правило, лежу без сил на диване», – заявила она. Также Курникова отметила важность питания. Она питается часто и маленькими порциями, однако иногда позволяет себе сладости. Ранее Бузова рассказала об измене Тарасова.